Прогноз погоды на 9 декабря. В 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах была минус 39, минус 38, в Заречье минус 43, минус 38 градусов, в южных улусах минус 31, минус 23, в Юрийской группе улусов 46, 39 градусов ниже 0, в Нижнеленске минус 43, в западных улусах 36, 33 градуса со знаком минус, в Колымо-Индигирской группе улусов минус 31, плюс 1 градус, это у нас в Чешском, в Янске минус 37, минус 31, на северо-западе минус 46, минус 29. В Якутске 6 часов утра температура воздуха была минус 41, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер слабый. Днем ожидается минус 38, минус 40 градусов.